Ну все, собрались уже, выходим. Время у нас 6. Мы хотели в 5 выехать, но получается у нас выехать в 6. Я уже сразу надела очочки свои, потом сумку просто кину, и все. Новые, кстати говоря. И там у меня сумка стоит, сумка с продуктами, которые мы берем с собой в дорогу, в машину. Ну и, в принципе, все, муж уже сумку одну унес. У нас в этот раз на 2 недели 2 сумки. Одна большая, вот эта вот одна маленькая. Мы в этот раз немного вещей берем. Обычно у нас 2 большие сумки, но в этот раз берем немного. Как-то неудобно разговаривать с вами, когда в очках. Я немножко накрасилась, смыла предыдущий свой макияж и нанесла такой дорожный вариант, так сказать, стрелочки из карандаша, из темно-синего тушь и чуть-чуть совсем брови. Так что я сегодня налегке, можно сказать. Ну все, поехали. Счастливого нам пути. Надеюсь, что отдых у нас будет хороший. По крайней мере, мы уже знаем, куда едем и как-то на душе спокойно. Так что все, поехали. Всем большой-большой привет из солнечного Геленджика. Мы здесь находимся уже сегодня 5-й день. Мы всего будем отдыхать 15 дней. И, в общем, все это время мне совершенно не хотелось брать в руки камеру и снимать. У меня был отключен телефон. В общем, полная изоляция от мира. Здесь очень здорово. Погода не подвела. Сейчас уже у нас вечер. Хочу показать, где мы сейчас живем. Живем мы вот здесь, в отдельном домике. И здесь вот сам дом, в котором 3 этажа, верхний этаж. И там, в общем, вот так. Мы живем отдельно вот в этом вот домике. Здесь небольшая территория, мангал, все такое зеленое, цветочки, все красиво. Я сейчас сижу, делаю маски себе под глаза. Хочу вам показать какие-то масочки. Так, у меня осталась еще вот такая. Это называется Monsap Crystal Collagen Eye Mask Series. В общем, это маска коллагеновая, она идет золотая серия. Но здесь вот сиреневые, в общем, эти патчи. И вот здесь, в общем, как-то вот так, на 20-30 минут. Купили мы сегодня с мужем эти маски в аптеке, взяли 2, вот эту золотую маску и вот эту вот сиреневую с кристаллами. Попробую, но пока ощущение очень приятное, она такая вот, как... Не знаю, как силиконовая, что ли, очень прикольно. В общем, за 5 дней, сегодня 5-й день, я вот так вот загорела немного. Вот. И у меня проблемы с ногами. Можете видеть. У меня вся нога забинтована, у меня мозоли. Причем очень сильные. И на этой ноге тоже. Так что, ребят, я еле хожу. Мне очень тяжело ходить, и до моря здесь просто спуститься нужно до набережной, и все, и пляж. Но пока я спущусь до моря, я причем мучаюсь все эти 5 дней. Мы сегодня вот поехали в аптеку, купили бониацин, массе бониацин, чтобы залечить мои мозоли. У меня просто ужас, что творится на ногах, и так всегда, когда мы приезжаем куда-то в жаркое место отдыхать. Погода здесь больше 30, не было дождя, ветер вечерами в основном. Ну, в принципе, очень жарко. На море вода теплая, комфортная, сразу для захода. В общем, все здорово. Так что все довольно. Сижу, загораю. Не загораю, а жду. В общем, пока маска подействует. И решил немножко с вами поболтать, записать чуть-чуть видео, потому что до этого руки у меня прям совсем не лежали. Там кто-то разговаривает. Так что вот такие дела. Обязательно дальше буду еще снимать. Это, по-моему, цикада. Вот они трещат все время. Как колибри. Носик свой пускают в цветочек. И ест. А я, в общем, сейчас немножко собралась. У меня здесь обгорела кожа. Немножко ее сейчас помазала алоэ. И мы, в общем, собрались ехать немножко купить продуктиков на ужин. Ходим мы сюда кушать в столовую. Здесь прям вот через дом домашняя столовая очень вкусно готовит. Мы в прошлый раз, когда отдыхали здесь, ходили тоже в эту столовую. И в этот раз тоже ходим сюда. И на ужин готовлю я сама всякие салатики, овощной рагу. Ну, в общем, все такое, что легко готовить и из овощей. Сейчас мы хотели взять арбуз. Мне прям захотелось. Мы уже брали
два арбуза за 6 дней. И сегодня вот, вчера уже арбуза не было, и мне сегодня хочется. Также берем мороженое каждый день по несколько штук. Очень жарко, чай почти не пьем, потому что жара 35-36. И вот сегодня 6-й день мы на море. Сейчас покажу, как я загорела. Вот такие вот у меня ноги. Да, я еще все перебинтованная. Ну, как-то вот так. Ну, и по лицу тоже, думаю, видно. Все, поехали. У нас сейчас 7 вечера, и у нас отключили свет. Просто не то, что у нас отключили свет, а вообще какой-то... Что-то с электричеством случилось, и везде, в общем, в Геленджике, во всем, не во всем, но в нашей части отключили свет. Неизвестно, когда его дадут, поэтому мы сегодня без горячего ужина. Сейчас будем есть арбуз, купленный вчера. Сейчас муж порежет, будем кушать. Хотела сегодня овощи потушить, но так как света нет, ничего не получится. Кондиционер тоже не работает, слава богу, есть горячая вода. Мы сейчас пришли только что с моря, помылись, народу очень много, ближе уже к середине августа, поэтому все едут с детьми отдыхать, ну, ясное дело, перед школой. Сегодня тоже накупались, вода теплая, в общем, здорово. Ходим мы на галечный пляж, все стандартно, мы, как и в прошлый раз, отдыхали на этот же пляж, ходили и в этот раз то же самое. Сейчас вот пришли, искупались, я ногу себе перевязала, у меня уже она проходит. Купили мы мазь бониацин, и она у меня уже как бы заживляет. Так что я уже могу наступать. Вот такие вот дела. Не знаю, сегодня пойдем мы гулять по набережной или нет. С моей ногой еще не знаю, как получится или нет. Но в ближайшее время планируем. Еще хотим в аквапарк обязательно сходить тоже в ближайшее время. В общем, пока еще нам здесь отдыхать, сколько, 8 дней получается, и нам еще здесь быть. Я думаю, успеем сходить. Так что вот так, немножко поделилась с вами. Немножко решила с вами поболтать. Сейчас шить буду. Иди. На маленькой. Сын у меня тоже загорел весь. Весь розовенький. Капаем, кстати, глаза от... Мама, посмотришь, может, покажешь? Нет, не покажу. Покажу. Капаем глаза, потому что ныряет в море, вода соленая, и глаза краснеют, вот капаем каплями, и, в общем, сейчас уже все нормально. Еще, думаю, денек покапаем, и будет все хорошо. Надеюсь, что у вас тоже хорошая погода, хорошее настроение, скоро начнется учебный год, поэтому терпения всем и сил. А мы пошли гулять. В общем, волосы я не сушила. Фен, потому что, в общем, электричество еще не дали. Здесь вот виноград. Красота. Он уже вырос. О, сколько винограда. Вот мы выходим. В общем, пошли погуляем немножко по набережной. Я уже так немножко накрасилась, привела себя в надлежащий вид. На отдыхе краситься неохота, но надо. Надо, надо, надо. Вот такое сейчас небо. Время 7:30. Здесь везде сосна с шишками. Да, и везде скорая все время ездит. Сейчас мы идем на пешеходный переход. Сейчас перейдем. Пойдем немножко пройдемся. И будем надеяться, что дадут свет, чтобы хотя бы посмотреть телевизор вечером. Очень здесь красиво, свежий такой чистый воздух, классный. Обожаю Геленджик. Здесь вот такие цветочки везде, прям по тротуарам цветут. Вот как раз наш пешеходный переход возле. Да. Гоняют здесь тоже. Недалеко горы. В общем, мы вот в этом районе живем. Прям возле-возле самых гор. А вот наша дорога, по которой мы ходим на море. С
Цикады, слышите, трещат. Это к жаре. Так что мы идем сейчас прямо уже почти на набережную. Вышли. Наша обычная дорога ежедневная, два раза в день на море. Да, все время ходим по этой дорожке. Так что вот так. Все, идем. Идем к морю, в общем. Сейчас тоже вам снимаю обязательно. Конечно, через камеру эту красоту и воздух, и вообще все это не передать, но все равно хочется с вами поделиться этим южным зарядом, настроением. Не знаю, когда отдых, особо делать ничего не хочется, и камера даже не просится в руки, но я знаю, что у меня есть обязательства перед вами, поэтому не могу не поделиться вот этим всем. Я просто действительно отдыхаю. За долгое время я действительно отдыхаю от всего и безумно-безумно счастлива. Собраться каким-то вот там вечером, на машине туда доедем, мы там погуляем уже. А так, пока туда дойдем, устанем. Еще назад потом пешком идти.